Серия вторая. Эй, у меня опять ночная смена, но в субботу я возьму выходной, чтобы прийти на твою первую игру. Нет, мам, не стоит. Нет, я могу и приду. Да ладно, одна смена не сильно на нас отразится. Пустяки. Эй, а что у тебя с глазами? Как будто ты не спал несколько дней. Да ничего. Это от стресса. От стресса? И ничего другого? Из-за домашки. Я к тому, что ты же не принимаешь наркотики, да? Прямо сейчас? Прямо сейчас? Погоди-ка, что значит прямо сейчас? Ты что, их принимал? А ты? Ложись спать. Что ты выяснил? Ничего хорошего. У Джексона сломано плечо. Из-за меня? Из-за того, что он козел. Но он сможет играть? Пока не знаю. Теперь у них вся надежда только на тебя. Что? Кажется, что? Ну же, черт! Кажется, сзади тебя кто-то есть. Чего? Я видел тебя на поле. Что? О чем ты говоришь? Ты изменился прямо у них на глазах. Если они поймут, кто ты, то они узнают и про меня, а потом обо всех нас. И нас уже будут преследовать не только охотники, а все подряд. Но они ничего не видели. Я клянусь. И не увидят. Потому что, если ты будешь играть в субботу, я сам убью тебя.